Полную замену труб начали на 4 тепловых магистралях Екибастуза. После крупного ЧП, когда местная ТЭЦ встала и люди замерзали в квартирах, чиновники города готовят теперь заранее к зиме. По данным местного акимата, продолжается и ремонт поврежденных участков внутри квартальных сетей. Устранено уже 30% повреждений, работы идут по графику. Общественники и депутаты следят за этим. К капитальному ремонту власти готовят и саму ТЭЦ. На 8 котлоагрегатах планируют заменить основные поверхности нагрева, горелки, дымососы и другие элементы.